Польская телевизия представляет фильм «Серые». Пригоды Тівки. Ремонт с перешкодами. Весна. Молодые воробьи покидают гнезда, все занятые тю-тю. Треба было бы зробить ремонт, хотя... Ой, что он робит? Гляди, куда летишь, смаркач. Пробачьте. Недренное купание, правда? Вядома, вельми недрэнная, вельми. Раз, два. Я Мальвинка, а ты? Я? Я тю-тю Тівка. И где ж яна може быть? Може, у стайні? Смачно есть. Дякуй, и ты частуйся, але осторожно, копыты. Гэтые кони быцам зусім нас не бачать. Ты не мача хоть и бояться. Ай-ой. Тут ее нема. И тут нема. Знайшов. Неяк мы не можем спокойно с тобой поговорить. Менавіта, я б хотел тебе столько тіўтіўска. Докладно, докладно. Няма чого шукать Мальвинку, покуль не зроблю ремонт, бо что из меня за веробей без уласного гнездечка? Здоров, кузен! У меня для тебя добрая новина. На млыне как раз вызволилась гнездечка. Кажу тебе, элегантная, зручная, побач с мяшками с пшеницей. Дякую, кузен. Але и мое гнездечко покуль ничего. Я застануся тут. Но тогда я полетел до сустречи.
Ай-ой, ай-ой, это вы? Так, мы как раз пролетели из Африки. Ах, як добра дома. Але неяк ты сумно нас вітаєш, сусед. Да я крыху заняты. Може, ты закахаўся? Вясна ўсё ж. Гей, ты! Зараз же оттуль вылазь! И отдай мне свое гнездечко! Я жудасна дужы! Лічу до трох! Чатыры! Один! Тры! Навучыся спачатку лічыць! Захотел чужих гнездов, тиу-тиу! Так что? Хай я и смаркач, але мне ж патрэбна нейкая гняздечка. Так побудуй сабе, а мне не заминай. Лічу до трох. Раз, два. Калі мне яшчэ хто-небудзь будзе перашкаджаць, я не ведаю, што зраблю. Ах! Які злюшчы. Теперь меня чакае найцяжэйшая. Столь. Я табе зараз дам. Гэй, кажуць, у цябе вельмі вялікае выгоднае гняздзечка. Было. А цяпер гэта руіны. Думаю, яго яшчэ можна адрамантаваць. Калі хочаш, магу дапамагчы. Ці я хачу? Ці я хачу? Вядома! Ціў-ціў! Хачу! Вядома, хачу! Ціў-ціў! Вядома, хачу! Усе б хотели. Тиу-тиу. Не ведаю, ці слушна я раблю. Ён вельмі неуравноважаный.